Впервые в Тамбовской области во всех стационарных учреждениях социальной защиты проходит акция «Новогодний калейдоскоп добра». Участниками акции станут более 2000 пожилых людей, проживающих в домах-интернатах региона. Для них пройдут праздничные мероприятия, на которых будут вручены памятные подарки с поздравлениями от благотворительного фонда «Старость в радость». Мероприятия пройдут с привлечением волонтерских отрядов Тамбовской области. Акция, она у нас включает мастер-классы по изготовлению сувениров новогодних, несколько фестивалей, конкурсов, а также планируется проведение социальных туров по памятным местам Тамбовщины. Главным подарком для ветеранов станут новые механические функциональные кровати, противопролежневые матрасы и другое оборудование на сумму более 650 тысяч рублей. Цель акции – улучшить качество жизни пожилых людей, окружить их вниманием и заботой в период празднования Нового года и Рождества.